В этом видео вы узнаете об обследовании человека методом вега-тест. Здравствуйте, с вами доктор натуропат с 17-летним опытом работы Гончаренко Олег Вадимович. Современная медицинская наука внедряет все новые методы диагностики и лечения. Уже стали привычными магниторезонансные или компьютерные томографы, аппараты ультразвукового обследования и так далее. Одним из таких новых методов диагностики является вегетативно-резонансное тестирование или вега-тест. Этот метод тоже использует явление резонанса в структурах человеческого организма. Резонансное тестирование или вега-тест было разработано в Германии врачом Шимелем в 1978 году. В его основе лежат методы электропунктурной диагностики по методу Фоля и функциональной диагностики по Шмидту. Центр интеллектуальной медицинской системы, сокращенно IMEDIS, является ведущим мировым разработчиком и производителем аппаратуры для резонансного тестирования, а также биорезонансной терапии, имеет более чем 25-летний опыт. При диагностике по вега-тесту проводятся измерения в определенных точках вегетативно-нервной системы на коже специальным измерительным щупом. При обследовании врач подключает в приборы нужные диагностические тест-указатели и, касаясь щупом точек кожи, измеряет реакцию организма на введенный указатель. Когда возникает резонанс, то меняется амплитуда измерительной кривой. Это означает, что организм отвечает на поданное на него воздействие, и подключенный диагностический указатель влияет или находится в организме. В приборе IMEDIS Expert заложено более 40 тысяч различных диагностических и лечебных указателей, что позволяет врачу получать исчерпывающие данные о состоянии здоровья организма. Обладая достоверностью привычных лабораторных анализов и даже выше, такое тестирование имеет преимущество, так как проводится быстрее, дешевле и абсолютно безболезненно. Результаты обследования врач сообщает вам сразу же на приеме. Не следует путать метод резонансного тестирования с так называемой компьютерной диагностикой. Это приборы Оберон, Аурум, Диакор и тому подобное. Такие приборы компьютерной диагностики имеют другой принцип работы. В них обследование происходит в автоматическом режиме без участия врача. То есть человек держит электроды или одевается наушники, нажимается кнопка на приборе и в течение 20-30 минут происходит автоматическая регистрация электрических колебаний с организма. Компьютерная программа без участия врача анализирует данные и выдает готовый диагноз. Я знаком с работой таких приборов, и, как показывает практика, результаты таких обследований имеют невысокую достоверность и носят ориентировочный характер. Такие приборы не имеют лечебных возможностей, как правило, и не могут использоваться в диагностике и лечении серьезных заболеваний. В газетах и интернете пестрят объявления о компьютерной диагностике всего организма, и часто этим занимаются даже не врачи, а коммерсанты по распространению и реализации биологически активных добавок. Поэтому у людей, кто проходил такие диагностики и разочаровывался в них, появляется недоверие и скепсис ко всем похожим методам. Из-за этого некоторые пациенты поначалу смотрят на метод вега-теста с опаской. Не очередное ли это шарлатанство? На первом же приеме у врача их сомнения рассеиваются, когда доктор точно называет их проблемой по здоровью и подтверждает сделанные ранее анализы. Как проходит обследование на вега-тесте? Пациент садится за стол напротив доктора, зажимает в одной руке латунный цилиндр, а другую руку кладет плашмя на стул. Врач касается специальным щупом в определенной точке на коже, расположенной на кольцевых фалангах пальцев руки, слегка надавливая на кожу. Это абсолютно безболезненно. Можно ли обследовать детей? Да, дети старше 5 лет проходят обследование так же, как и взрослые. Дети до 5 лет обследуются через взрослого. То есть взрослый человек, это не обязательно родитель, садит на руки ребенка и касается рукой тела ребенка, чтобы был контакт.
Что происходит во время резонансного тестирования или вегатеста? Метод основан на определении реакции организма на введение в контур измерения пациент, измерительный прибор, щуп, интересующий указатель. Например, инфекционный возбудитель, или витамин, минерал, или продукт питания. Живой организм всегда реагирует на направленное на него воздействие. Только его слабую реакцию может уловить специальный чувствительный прибор, определяя измерение электропроводности кожи в специальных точках. На сегодняшний день более 10 тысяч врачей работает на аппаратах фирмы Imedis во всех регионах России, СНГ, за рубежом. За рубежом это США, Англия, Германия, Южная Корея, Австрия, Венгрия, Израиль, Италия и так далее. Такие известные специалисты используют в своей работе аппаратуру Imedis. Это Ольга Ивановна Елисеева, автор книг «Нераспознанные диагнозы» и так далее, директор Центра здоровья в городе Москва. Надежда Семенова, автор книг о лечении паразитов, директор Института «Надежда» в Сочи. Медицинская техника Imedis разрешена в Российской Федерации, в Украине, в использовании медицинской практики и лицензирована, и сертифицирована. Подробную информацию можно узнать на сайте производителя imedis.ru. Наш Центр здоровья проводит обучение методу вегатест и биорезонансной терапии в Киеве по интернету и выездные тренинги за границей. Перед обследованием вегатест важно знать, что нельзя употреблять алкоголь, тонизирующие напитки, чай, кофе, проходить рентген, УЗИ, обследование в день диагностики, наносить на руки крем. Не запрещается завтракать или пообедать перед обследованием. Рекомендуется быть в одежде из натуральных тканей, светлых тонов. Для удобства женщинам рекомендуется вместо колготок одеть чулки или носки. Дело в том, что при проведении резонансной терапии следует ставить обнаженные ноги на пластины. Выданные доктором лекарства должны сохраняться в темном сухом месте вдали от электрических приборов. После диагностики врач выставит точный диагноз и даст рекомендации, как устранить ваши проблемы. При прохождении последующего лечения стоимость диагностики бесплатна. Будьте здоровы!